вот это знаменитые дамбы Кувера. Очень большое строение. Забавно здесь. С одной стороны это Аризона, а следующая башня это уже Невада. Водосток самой дамбы. Масштабы, конечно, впечатляют. Как пересечь границу двух штатов в то же время разные пасовые часа в одном месте и пешком? Это просто приехать на дамбу Гувера и пройтись буквально тут метров 100. Это еще Аризона, там уже Невада. Разные штаты, разное время. Все очень просто. И отличный пейзаж. Несмотря на то, что на улице плюс 40, и это середина рабочей недели, вторая половинка, народу очень много. Причем народу далеко не все американцы. Большая часть туристов как с Европы, так и с Китая. Иногда очень часто можно слышать и русскую речь, что тоже впечатляет и удивляет. Вот все, мы в Неваде. Here we go.